Евгению Сандыкову сначала поставили диагноз межпозвоночная грыжа. Ее удалили, но состояние парня не улучшилось. Врачи диагностировали туберкулез костей, а позже обнаружили опухоль. В марте прошлого года в Новосибирске мужчину прооперировали. Однако летом Евгению стало хуже. Новообразование стремительно растет. Семья обратилась в московскую клинику. Поставили диагноз нам хордома крестца. Данное заболевание, оно очень редкое. На сегодняшний день оно встречается 1-3 случая на 1 миллион. Сейчас, на сегодняшний день, имени Блохина сказали, что вот назначили ли нам дорогостоящее лекарство Гливик, либо его аналог российский. Пока на сегодняшний день они нам не могут помочь, вот только пропить данный вид лекарств. Мы обратились в клинику Израиля. Там обещали провести операцию, которая даст шанс на выздоровление. Израильские врачи уже готовы принять Евгения. Вопрос упирается в деньги. На обследование и лечение требуется около 5 миллионов рублей. Еще 1 миллион медики посоветовали взять с собой. Сумма для семьи неподъемная. Всем, кто готов помочь молодому человеку, могут переводить средства на расчетный счет семьи Сандыковых. Узнать его можно у супруги Евгения в нашей редакции, а также на сайте vesti-hakasia.rf.